Генеральный партнер проекта – торговый центр «Город». Встала я сегодня утром, надела прекрасное платье, отразилась в зеркале и подумала, какой хороший день, пойду на работу схожу. Какая неотразимая. Платье, кстати, сегодня нам представлено замечательным авторским дуэтом двух Кристин. Называется фэшн-студия Крис энд Тина. И мы очень благодарны девчонкам за их творение, они нам нравятся. И, между прочим, там можно не только найти платье готовое, но и заказать что-нибудь на свой вкус. Между прочим, качеством мы остались довольны, поэтому всем рекомендую. Да. А героем нашей сегодняшней программы, кстати, будет молодой человек. Ну, подожди, оставь хоть какую-нибудь интригу на знакомство. Я Маша Карманова. И я Маша Медичи. Начинаем новую серию проекта «Матрешка шоу». Ибрагим Магомедов, 19 лет, работает поваром в кафе. Ищет свою индивидуальность. В самое ближайшее время переезжает в Москву, где мечтает найти высокооплачиваемую престижную работу. В проект пришел за новым имиджем, который понравится столичному руководству. Как бы мне такой имидж не нравится самому себе. Вот иногда в зеркало смотрю, что-то как не так хочу поменять, а никто в этом не может помочь. Сегодня у нас в программе герой – молодой человек. Амбициозный, горячий. Ну и, в общем, собирающийся покорять столицу. Ну, знаешь ли, в 19 лет кто из нас не был амбициозным? Но чего-то в этом возрасте явно не хватает. Опыта. Согласна. Не хватает не только опыта, но и понимания того, как выглядеть стильно и при этом по-деловому. То есть Юля сегодня будет работать над задачей создать деловой образ взрослого человека. Уверена, что у нее это получится, и наш 19-летний Ибрагим будет выглядеть на все 100 перед новыми работодателями. Юлия Путина – стилист. За несколько лет работы в модном бизнесе сотрудничала с глянцевыми журналами, торговыми комплексами, телешоу. В программе «Матрешка шоу» отвечает за подбор стиля и формирует новые образы героинь. Новый имидж мне нужен для того, чтобы на меня обратили внимание. Я в новом городе, конечно, чтобы ничего не подумали, в новом рабочем месте, чтобы относились, да, серьезно. Пиджак. Вот чего точно не хватало Ибрагиму. Ну, знаешь, такой пиджак, согласись, очень трудно выбрать самостоятельно молодому человеку 19 лет, потому что пиджаки, как и костюмы, ассоциируются с чем-то уж очень серьезным и излишне взрослым. А в 19 лет хочется носить спокойную, расслабленную одежду. Этот пиджак вполне претендует на звание расслабленного. Посмотри на этот милый горошек, который его украшает. К тому же Юля Путина одела под этот несерьезный пиджак спортивную майку. Да, мне очень нравится это сочетание. Кстати, верх целиком подобран в отделе «Клан». А вот брюки мы нашли в «Маратон-клабе». Брюки, кстати, согласись, вполне такие обычные, но в сочетании с другими необычными вещами хорошо играют. Мне очень нравятся ботинки и замши, которые мы нашли в отделе «Чарли Чаплин». Обрати внимание, как неаккуратно завязаны шнурки – это тоже элемент стиля, и на это тоже непременно обратят внимание в столице. На самом деле, это первый герой в «Матрешка шоу» с такой яркой внешностью. И моя задача была одеть его так, чтобы он смог найти новую работу в городе Москва. Он работает шеф-поваром, конечно же, хочет, чтобы он работал в хорошем престижном ресторане. И не выглядел, как толпы других мужчин, которые ходят по проспекту. Первый образ выполнен в образе бизнес-кэжуал. Здесь белая футболка, необычный жакет в мелкую крапинку, брюки чинос и удобная обувь. Ну, у меня в гардеробе там мало вещей, я только особенно джинсы ношу и вот какие-нибудь футболки и кофты, и все. А больше не знаю, что мне подходит, и вот вообще не знаю, вот иду с девушкой, она даже мне дает, я вообще не мерю. Майка, кроссовки, согласитесь, очень типичные элементы одежды для молодого человека. Но как они обыграны, как поданы, какой прекрасный цвет. Глубокий цвет синих брюк дополняет этот комплект. И вот этот чудесный кардиган я бы как раз порекомендовала нашему герою надеть на знакомство с родителями будущей девушки. Потому что он создает ощущение какой-то домашности, какой-то уютности. Ну то есть снял кардиган, а такой веселый парень надел кардиган, и я такой хороший и положительный. Ну мне лично очень импонирует то, что это не джинсы, а именно брюки. И самое главное, что молодые люди вполне могут экспериментировать с цветом и добиваться успеха. Весь образ подобран в отделе «Маратон Клаб». Это отдел, где любой мужчина может найти для себя прекрасную одежду для любого случая жизни. Это на втором этаже? Да. Угу. И там же отдел «Чарли Чаплин», в котором мы нашли эти прекрасные кроссовки. Второй образ выполнен в таком спортшике. Опять же, здесь нет джинс, что, может быть, кто-то надел под джинсами, но мне кажется, что с брюками чинос подвернутыми смотрится как-то тяжело и прикольно. А футболка с кардиганом, опять же, здесь не жакет, а кардиган. На случай прохлады и удобная обувь, опять же, это не кроссовки, а кеды с плоской подошвой и немножко в стиле ретро. Ну, мне бы хотелось, чтобы мне подороже классические вещи, потому что они мне всегда нравятся. Спортивки я ни разу не ходил, как-то не так строго.
Прекрасный летний образ для молодого человека. Рубашка, которая очень освежает весь комплект. Яркие брюки, ну и прекрасные ботинки в стиле Оксфорд. Да, мне очень нравится тот факт, что мы всю одежду нашли в одном отделе. Marathon Club, все там же. А вот аксессуарами может похвастаться отдел Клан. Там, кстати, очень много самой разной кожгалантереи для мужчин. Как сумки, так и ремни и прочие аксессуары. Обувь по традиции найдена в любимом нами магазине Чарли Чаплин. И вот на эти чудесные ботинки я бы особенно обратила внимание, потому что Ибрагим признавался, что ему достаточно сложно выбрать что-то иное, кроме мокасин. Ну, я думаю, что теперь Юля Путина совершенно точно познакомила его с самыми разными возможными вариантами. Вообще, мне нравится, что мужчины здесь, в торговом центре «Город», могут целиком и полностью одеться всего лишь на втором этаже. Третий образ получился смарт. Бизнес. Опять же, здесь не классические брюки, а брюки-джинсы, потому что все-таки парень молодой, ему всего 19 лет. Хотелось бы, чтобы он как-то выглядел не скучно. Торговый центр «Город», да, мне понравился, но я здесь ни разу не одевался. Выбор большой, очень большой, кстати. Вот прошлись по магазину, все вообще понравились одежды. Я думаю, что я буду приходить здесь за какими-то вещами. Буду себя подбирать новенькое. А я вот рассуждаю, Маш, молодец, молодец Ибрагим. Не постеснялся, пришел на проект и признал, да, я не умею одеваться, но научите меня, как выделяться из серой массы. Ну, вообще, знаешь, я в каждой анкете от молодых людей в нашем ящике почтовом matryoshka.show@mail.ru искренне радуюсь, потому что действительно для мужчины это поступок. Ну да, в 19 лет проще всего надеть черную кепку, черную майку, какие-то джинсы, черные кроссовки и его со своими друзьями пойти гулять по проспекту. Ну, ты о тех самых стереотипах. Да. В стереотипах возраста, социального положения. Но Ибрагим хочет большего. Он хочет расти морально. А мне нравится еще то, что он отлично понимает, что твой успех и то, как воспринимают тебя люди, непосредственно связано с тем, как ты выглядишь. Все-таки это простая мысль, но дойти до нее самостоятельно дорогого стоит. Ну да, Russian People пословица встречают все-таки по одежке. Это провожают уже по золотым рукам повара. Торговый центр «Город» – это 7 этажей для выгодного семейного шопинга. Широко известные федеральные бренды дополнены небольшими, но уютными локальными магазинами, которые, как никто другой, знакомы со вкусами и предпочтениями своей аудитории. Торговый центр «Город» создан по принципу настоящего города, поэтому здесь, чтобы найти все необходимое, не нужно выходить за пределы одного здания. Уютные покупки в гипермаркете домашних товаров «Уютера», изысканный текстиль для декора в «Текстиль-холле», постельные принадлежности на любой вкус в отделе «Вероса», сердца женщин «Та», мужчины оценят практичность выбора в сети супермаркетов цифровой техники ДНС. А мамы и папы порадуются выбору в сети магазинов «Бегемотик», огромном детском городе «Бэбилон» и специальных отделах «Лимпопо», «Мапулечка», «Остров знаний». Всей семьей можно делать покупки в универмаге распродаж «Фамилия», отделе «Караван», центре мировых распродаж «Еврозона Аутлет». Мировые бренды, качественные товары, универсальное предложение. Но главное, пожалуй, самые выгодные цены. Этот город вы должны открыть лично. Уверены, что этот торговый центр станет залогом вашего удачного семейного шопинга. Основные изменения происходят в салоне, поэтому особенно приятно вернуться к старым, проверенным друзьям проекта. Территория красоты – это уютный салон в самом центре города. Команда профессионалов различных направлений – парикмахеры, визажисты, мастера ногтевого сервиса, массажисты, косметологи – работают по своим специальностям от 4 до 15 лет. Стильные стрижки, модное окрашивание, долговременное покрытие шеллак, спа-программа и коррекция фигуры, уходы за лицом и инъекционные методики омоложения – это лишь краткий перечень того, что может предложить территория красоты. Встречают здесь всегда приятной атмосферой и чашечкой ароматного кофе. Ибрагиму в салоне предложили стрижку, которая скроет круглую форму его лица. Открытые уши и уложенные наверх волосы делают его лицо открытым, а образ – стильным. Под данный тип лица Ибрагима мы сделали стрижку «Андеркат». Она более современная, одна из последних новинок моды мужских стрижек. Также не нужно забывать про стайлинги во время укладки. То есть это лак, гель, мусс, воск или любой какой-нибудь другой продукт. Она позволит более зафиксировать стрижку, поменять как-нибудь образ справа налево или наоборот, сделать образ законченным и не растрепаться на ветру. Даже сам на себя что-то похож. Классно вообще. Спасибо.
Задачу сети городских кафе «Помидор Лав» выражает слоган «Знак хорошего вкуса». Это относится не только к кухне, но и к оформлению интерьеров. Постоянно обновляющийся, яркий, креативный дизайн, одновременно уютный и эклектичный, домашний и необычный. Здесь никогда не забывают о красных датах календаря и приуроченных к этим датам различных скидках. Сеть кафе «Помидор» удобно расположена в центральных районах Саратова. А сейчас в кафе «Помидор» проходит обновление меню. Здесь появятся вкусные оригинальные блюда из курицы и рыбы. Также здесь есть постное меню. Я не ожидала такого. Я знала, что его изменят, конечно. Но меня вообще больше всего поразила прическа его. Да, я был в шоке. Вообще я такого не ожидал. Прическа у него меня поразила очень. Всегда так хотел он. Всегда хотел выглядеть так более строго. С работы поможет ему такое изменение. Я вообще в шоке. Я не знал, что так они меня изменят до этих пор. Спасибо им за все, что сделали мне. Ну, конечно, я ставлю прическу такую уже. Буду всегда ходить, так же делать. Теперь я знаю, что как делается. Мне все там рассказали уже. Отличный вообще. Супер. Все-таки нет ничего лучше в конце дня, чем вкусные пирожные, чтобы восполнить силы. Пока Маша дегустирует пирожные, я расскажу вам о том, как попасть к нам на проект, потому что этот вопрос продолжает волновать зрительниц и зрителей нашей программы. Пишите письма на matryoshka.show@mail.ru, прикрепляйте свои фотографии и, конечно, вашу историю, почему именно вы достойны стать нашим героем или героиней. Друзья, будьте, пожалуйста, красноречивы. Мы честно читаем каждое письмо, рассматриваем каждую вашу фотографию, поэтому не скупитесь на свои комментарии и не забывайте про номера телефона. Ну, а также помните, что все наши образы мы дарим героям бесплатно и навсегда. Все, я больше не могу ждать, я должна попробовать это медовое пирожное. Она Маша Медича, я Маша Карманова. Вы не грустите, не скучайте, улыбайтесь. Пока-пока. Внимание, внимание! Бенетон объявляет розыск. Стань лицом весенне-летней коллекции Бенетон и попади на страницы глянцевого журнала. Подробности в Мегастори Бенетон и в группе Бенетон Саратов ВКонтакте. Генеральный партнер проекта – торговый центр «Город». Информационный партнер проекта – журнал «Теле7». Фотографии со съемок ищите на портале boutique64.ru.